А фестиваль здорового образа жизни проходил в Минске впервые и собрал 1000 участников. Медосмотры, консультации и тренировки на одной площадке. Спортивно, активно, доступно. Каждый четверг августа любой желающий мог бесплатно принять участие. Несколько тысяч минчан не упустили эту возможность. Перед началом тренировок экспресс-обследование. За 5 минут оценка самых важных показателей – биологического возраста сосудов, индекса стресса, риска инсульта и инфаркта. По результатам – выбор активности – фитнес, йога, пилатес или тренажеры. Каждому по способностям. Спорт – это не только для победы и так далее, это для участия, это для здоровья, и всем можно участвовать. Активность – это всегда активный и любой возраст, и доступный. Что это для людей разные возможности и разные виды. Я думаю, что вы видели здесь, что люди действительно наслаждались. Приходили по четвергам, занимались дождь, все равно люди приходили, интересовались. Сами тут стояли и мерзли, и прыгали, и бегали, чтобы как-то согреться. Вообще, мероприятие очень здорово, что такое сделали. И детей маленьких, и взрослых, всех привлекаем. Очень было здорово, когда пенсионеры соглашались к нам на тренировки идти. Тренировками не ограничились. Боевые искусства, танцы, подводное плавание. А для самых маленьких – футбол, бокс и эстетическая гимнастика. Оценить результаты можно было на месте. Умные весы помогли вычислить мышечную массу. Марафон будет традицией. Продолжение следует будущим летом.